Здравствуйте. Бюллетень обработан. Спасибо. Наряду с горожанами с самого утра на выборах и члены общественной палаты Барнаула. Вот только пришли они не просто оставить свой голос, но и проконтролировать, как в целом организован процесс голосования на участках. А таких, напомню, в городе 264. Первыми встречали гостей участковой избирательной комиссии номер 231 на Интернационале 80 и номер 225 на Ленина 38. Мы видели все, что касается условий для избирателя. Мы видим работу членов комиссии, очень уважительная, добродушная. Мы видим обеспечение охраны общественного порядка, стороработников. Мы видим прекрасные стенды, на которых размещены фотографии всех кандидатов. Мы видим вот все те условия, которые сегодня требует СанПин. Все участки на входе оборудованы металлодетекторными рамками. В эпоху коронавируса, как и полагается, избиратели обрабатывают руки, проходят термометрию и надевают защитную маску. Ряд избирательных участков имеет отдельные входы и выходы для разведения людских потоков. Вызывает удовлетворение от того, что мы видим. Это мнение всех членов общественной палаты, которые сегодня вот на объезде и смотрят все те вопросы, которые, еще раз повторяю, заложены в инструкции. Напомним, на участках барнаульцы могут не только выбрать депутатов в законодательные органы государственной власти, но и проголосовать за место для установки стелы «Город трудовой доблести». Горожанам предлагается выбрать один вариант из 11. Анна Рашагирова, «День с толком».